Саша, за эти конкурсы мне нужно отдать 10 евро, я не знаю кому. Комната. Лиза. А? Или даже узнаете, когда будет все к вам машины? Древняя камера. А. Видеоблог? Ага. Такая древняя камера. Да. Реанимировала с детства. Ну что ж, дорогие друзья, добрый день всем. Всем, кого еще не видел, добрый день. Друзья, у нас уже фуршет накрыт. Фуршетные столы у нас прямо во дворе, поэтому я вот сразу вам показываю. Присматриваемся к нашей обстановке. Проходите, фуршет, угощайтесь. По 5 канапе разного вида на каждого у нас приготовлено. Так что... Как всегда, камера. Идем за алкоголем? Да, за выпивкой. Лиза, пошли за выпивкой. Завидуешь? Покажи. Аня, что хочешь сказать на душе? Я была зачитывать. Это мой первый бокал. А, давайте. О, точно. Надо со всеми. Да, блин, а кто мы записываем? Так я записываю. Я не снимала? Я тут. Ты что, ты зря камеру туда-сюда делаешь? 12 А-класс, 12 июля. 13 А-класс, 12 А-класс, 12 А-класс, 12 июля 2023 года. Нет, сама наливай. Только не рыдай. Покажи мне это видео, кстати, как оно получилось. Пошла? Пошла. Пошла. Еще именно по столу, еще именно панорама будет. Йоу. Окей, едем, едем. Вот. Вот этого молодого человека снимаем. А ему поебать именно. И ему тоже поебать. И ему поебать. А, не, ему не поебать. Ой, ему не все равно. Привет, здравствуйте, Алексей. Нормально, нормально. Ну и Данил Ромашин, собственно, почетный гость, почетный гость. А это я. Все. У него есть практически все. Вот просто мне поверьте, друзья, моему опыту присутствия на праздниках, я думаю, что вы не пожалеете, лучше просто не найдете. Друзья, также сегодня у нас, конечно, будут конкурсы, будут обязательно фокусы и трюки от меня. Ну и пока нету команды, не все. Не все. Есть во вселенной паутине интернет-сети. Итак, ну, кто уже попробовал, да, я попробую другим, тем, кто еще не пробовал. Потому что я уже даю дополнительное время, друзья, 4 минуты там пролетело. И я даю вам еще дополнительно. Пусть попробуй, я... Моя мама 110. Теперь понятно, с кого-то. Лет снимает? Да. Родители. Мама согласилась мне это оплатить. Также мои родственники, мы все фотографировались. Как это получается?
девчонки. И победа! Упорная борьба. Здесь была просто упорнейшая борьба. Так, ну теперь мне в финале вас придется перемешать. Так, давай, выходи. А вот вы будете как раз вдвоем. Вот так сделаем. Давайте, 3-4. Аня, давай. Это было не так интересно, как поездка, допустим, в Швецию, которая у меня была. Не выдержала такого напряжения. Окей, ты проходишь в финал. Так, ну а вы остались у меня втроем. Выходите, да. Вы же втроем остались. Да, выходите втроем. Да. Сейчас же полуфинал, вы будете втроем тогда в полуфинале. Вот это будет даже интереснее. Все, что слышишь, звук, он в тебе, он во мне, он внутри, он вокруг. Сотни скажут нет, миллионы скажут да. Тень минувших лет, голос твоих слов, миллиарды слез, триллионы звезд. Все, что есть в тебе, так же прожили. Мир в тебе и свет, тьма и тепла, гость. В этом ты, как все мы, гость. Как ты погостишь, так приду в твой дом. И что сделал ты, не жалей о том, просто будь собой, просто верь в себя. Принято. Без работы. Так, ваш вариант. Любой, любая профессия для мужчины хороша в том, что он уже работает. Потому что он уже в пределе и работает. Ваш вариант. Андрей, давай. Андрей, скажи ее. Просто немножко смешная. Самый лучший мужчина – это мужчина на час. Нет. Потому что он всегда рядом, там не в час. Пришелся сделать, ушел. Правильно. И все умеет, да, главное, пришел и все умеет начать. Ну хорошо, друзья, на самом деле у меня была записана профессия космонавт. А почему? Шарики есть, все в порядке. Сейчас ждем полотенчик или салфеточку. Нам дадут вот. Полотенчик, салфеточка есть, вот сюда тоже положите. Это мы будем, если что, шарики обмывать. Так, первая команда какая вообще начинает? На камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Вы начинаете. Ну что, и осталось мне только дополнить правила. Значит, кидать нужно вот стоять здесь. Можно тянуться, можно отсюда, не важно. Главное отсюда, с места. Второе правило. Кидаем только с отскока. Должно быть и... Вау! Это штанга называется в футболе. Штанга! Почти что! Отличная техника. Вторая команда отвечает. В общем, как называется ваша команда? Спасибо. Как ваша? Хорошо, просто штанга. А ваша команда? Католики! Хорошо. Сабля и католики. Мимо. Ловите, ловите. Мимо. Мимо. Команда не спим, ловим. Yeah.
Thank you.
внизу. Ребята, ученики, скажите, вы готовы? Мне главное, чтобы вы были готовы. А вы знаете, что сегодня классный руководитель сделал вам один сюрприз? Или не знаете? Come on.